Всем привет. Решил я, значит, вот такую штуку распилить. Ну, вернее, как не распилить, а сточить здесь грань, чтобы у меня свободно входил кабель сюда. Но обнаружился, как это всегда бывает, очередной китайский обман. Как же нас наклёпывают, так бы сказать, проще, китайские братья. Смотрите дальше. Но если вы всерьез задумались для того, чтобы купить вот такой вот двойничок, или как его тройник называют, с креплением для камеры DJI Osmo Pocket, я могу вам сказать одно. Вы можете существенно сэкономить, не покупая данный переходник. Вы можете купить просто тройник, и он будет делать все те же задачи, которые делает и данная подставка. Единственный плюс этой подставки в том, что здесь есть крепление под винт, и в том, что ее можно поставить на стол. Но такую подставку можно сделать из обычной PET-бутылки, либо из других подручных материалов. А конкретно в процессе разборки была обнаружена следующая штука. Вот такая вот вещь оказалась внутри моей подставки. И без долгих поисков ее можно найти на сайте AliExpress и заказать гораздо дешевле. А дальше все зависит от вашей фантазии. Какую подставку вы захотите сделать, какую сделаете. Хотите, сделайте из дерева, распечатайте на 3D принтере. Все в ваших руках. Так что, если у меня получилось сэкономить ваше не время, но деньги, и вы за это благодарны, можете подписаться на мой канал. Если нет, смотрим дальше. Как я промучился и что у меня получилось. Но забегая наперед, скажу, что данную подставку нельзя использовать для подключения микрофона. Она почему-то не работает. Может быть, это технологическая какая-то ошибка, может быть, это нюансы самого переходника, но тем не менее факт имеет место быть. В общем, можете заказать несколько переходников на эту сумму и найти тот идеальный, который будет соответствует всем вашим требованиям и сможет удовлетворить все ваши желания.